Сценическую версию рассказа Франца Кафки представляет режиссер Геннадий Тростенецкий в театре на Литейном. При этом для него важно не столько то, что главный герой произведения в самом начале превращается в насекомое, а то, какие превращения случаются с теми людьми, которые этого персонажа окружают. Кафка написал о колоссальной пропасти между людьми и о том, что в одном случае эта пропасть может быть преодолена, а в другом случае она увеличивается. Вот это для него было трагичным. Премьера спектакля «Превращение» в субботу и воскресенье вечером в театре на Литейном.